Любовь. Не понимаю. Как это дядя может с ней жить? Неужели тетя не знает? Надо сказать тете. Как он мог променять тетю на эту женщину? Севги? Да, сестра, ты пришла? Да, только что. Почему звоню, не поднимаешь? Работала. Смотри, я сегодня хочу на базар пойти, дома совсем ничего не осталось. Ты зайди, присмотри за племянниками. Сейчас? Но не завтра же. Я же сейчас на базар собираюсь. Хорошо. Сестра. Знаете, кого я сейчас видела? Кого? Дядю. С соседкой Насибапой. Вот их вместе видела. Какой дядя? Дядя Нигмат, тетин муж. И что теперь? Вот его с этой женщиной вместе. Может, у нее дома какие-то проблемы. Лампочки перегорели. Нет. Они ругались, громко кричали. Потом Насибапа сказала ему: «Зайди». Потом дядя зашел, аккуратно, чтобы никто не увидел. Я думаю, они живут вместе. Позвони тете и скажи ей. Севги, ты в своем уме? Мне вот только осталось тетину семью разрушить. Ты же знаешь, какая у нас тетя. Сначала вцепится мне в волосы, потом из дома выгонит. А что, дядя так и будет продолжать обманывать тетю? Ходить, как ни в чем не бывало? Не вмешивайся, пусть сами разбираются. Послушай меня, любопытная наша. Когда ты перестанешь вмешиваться? Когда ты перестанешь совать свой нос во все дела? Я хочу как лучше. Зачем тебе эта головная боль? Пусть сами разбираются. Если хотят встречаться, пусть встречаются. Не вмешивайся. Завтра сама проблемы себе устроишь. И что теперь будет? Пусть ходит и тетю обманывает. Ты что, хочешь мужа с женой поругать? Послушай меня. Все, не думай. Не говори много. За собой лучше смотри. Хватит. Все увидела. Поговорили и забыли. Ладно, поторопись. Быстрее. Хорошо, ладно. Может, все-таки позвонить тете и сказать? Как можно после всего бросить тетю и встречаться с другой женщиной? Все равно скажу. Пошла. Давай, вечно тебя тащить надо. Дорогая жена, зову тебя. Даже не посмотришь. Что случилось? Наша племянница еще не приходила? Какая племянница? Севги. А зачем ей к нам приходить? Она сегодня к сестре в Махалю приходила. В этой Махале Насиба живет. Я им денег должен. Я взял деньги, пошел отдавать. И надо было ее там встретить. Ну и что она сказала? Говорит: почему вы, дядя, с этой женщиной стоите, разговариваете? Опозорила меня перед этой женщиной. Вот бесстыдница. Говорит, если тетя узнает, то убьет вас. Скандал устроила. Я чуть под землю не провалился. Какой кошмар. Ну что это за разговоры? Вот негодяйка. Сюда приходит, приходит, а потом вас позорит. Не приходила? Нет, не приходила. Послушай, обед готов? Да, сейчас буду накрывать на стол. Давай быстрее, я проголодался. В тот день я так и не решилась сказать тете. После этого дядя пошел к нашей соседке домой. Я испугалась, что если скажу тете, разрушу их семью.
Сказать честно, совесть замучила. Потому что мама меня учила всегда говорить правду. Я пришла к тете, решилась рассказать правду. Тетушка, здравствуйте. Тетя, ты зачем пришла? Решила устроить скандал? Нет. Я вчера видела дядю в соседнем Ихале с Насибой, около ее дома. Я думаю, он с ней живет, тетя. Даже разговор их слышала. Если пойдете, сами во всем убедитесь. Ах ты, негодяйка, и не стыдно тебе? Что ты за человек такой? Откуда взялась на нашу голову? Приходишь сюда и на своего дядю же наговариваешь. Решила нашу семью разрушить? Врунья, негодяйка. И слышать ничего не хочу, гадина такая. Пошла вон отсюда. Позор семьи. Ничего святого у тебя нет. Такая же, как твоя бесстыжая сестра. Хорошо, что вчера он мне все рассказал. А то семью бы разрушила. Скотина. Как меня все это достало. Никогда человеком не будет. И придумала же такое. Сестра, я плов принес. Как дела? Здравствуйте, как вы? Ешьте плов, а то остынет. Вы тоже присаживайтесь. Плов очень вкусный, угощайтесь. Спасибо. Берите. От правды всегда куча проблем. Плов очень вкусный. Да, они там вкусно готовят узбекские блюда. Минуточку. Алло. Добрый день, Сергей. Добрый день. Меня зовут Шахрус. Слушаю, Шахрус, как дела? Все хорошо, как вы? Спасибо. Извините за беспокойство, я муж Хуршида. Она сейчас случайно не рядом? Да, здесь. Можно ее к телефону? Хорошо, сейчас. Муж. Добрый день, дорогой. Хуршида, я немного задерживаюсь. Суд только закончился. Я за тобой заеду. Ты где сейчас? У Севги дома. Хорошо, тогда ты передай, чтобы она отправила мне адрес. Хорошо, дорогой. Вы что-нибудь обедали? Да, плов. Хорошо. Ладно. Он просил, чтобы вы отправили ему адрес. Сестра, сколько у вас детей? Четверо. Три мальчика и одна девочка. Близнецов я не стала называть Хасан и Зухра. Джамол и Джамиля назвала. Я мечтала назвать девочку в честь мамы. Старшему сколько лет? Старшему 20. Вы же видели его в аэропорту, Ильхомджон. Вы очень молодо выглядите. Я рано вышла замуж. Папа решил выдать меня замуж и искал жениха. Мама умерла в октябре, а в январе папа выдал меня замуж. Жениха быстро нашел. Я собрал вас здесь, чтобы посоветоваться. Покуда женщин в доме не осталось, надо решить один вопрос. Мой друг просит меня выдать Севги замуж за его сына. Она уже девушка, я за ней не могу смотреть. Если завтра что-то случится, что я за отец буду? Они неплохие люди. Единственная проблема — сын разведен. Причина в том, что жена бесплодна. Поэтому он попросил меня, и я не сказал нет.
Я подумал, что это отличное предложение. Завтра она вырастет и меня опозорит. Сказать по правде, я ей не доверяю. А выдам ее замуж, и одной головной болью будет меньше. Поэтому разговор такой. Я эту девочку отдаю замуж. В эту семью. Дядя, я прошу прощения, но Севге еще молодая. Ей школу надо закончить. Ей только 15 лет. И после смерти тети еще год не прошел, а вы свадьбу собираетесь делать. Кто говорит про свадьбу? Никакой свадьбы не будет. Кто будет делать свадьбу? У нас траур. Они это понимают. Никох прочитают и все, заберут. Никакой свадьбы не будет. Ну как же, я и не хочу делать свадьбу, и деньги тратить на свадьбу не собираюсь. Они прочитают никох, позовем четверых женщин, и они заберут Севги. Они хорошие люди. Она не должна сказать «нет». Но она же еще молодая. Что вы молчите? Скажите ему. Но если уж на то пошло, ты забери ее на попечение. Возьму, заберу. Брат, вы тоже что-нибудь скажите? Послушай меня, почему я? На мне еще сестра с ее детьми. А что будет с моими мечтами? Вот, правильно говорите. Посмотрите на мою старшую. С двумя детьми вернулась. Послушай меня, зачем лишними разговорами голову забивать? Вы ее видели? Кто даст ей 14-15 лет? Раз замуж надо, значит, замуж отдадим. Раньше девушек в 13-14 лет замуж отдавали. Они детей рожали, ничего, все нормально было. Вот, наконец-то. Правильно говорите? Замуж ее надо выдать. Вот и я о том же. Если не эта семья, то кто еще? Они состоятельные. Я же ей плохого не желаю. Я просто хочу, чтобы она в достатке жила, с хорошими людьми. Мне одному тяжело. Я просто за нее переживаю. Завтра кто ее замуж возьмет? Ни матери, ни отца у нее нет. Ты же сама знаешь эти женские разговоры. Женщины разные слухи распускают. Правильно, мы согласны. Начинайте подготовку. Мы тоже поможем. А вы все обговорите. Это неправильно, дядя. Вы плохо поступаете. Теперь слушайте. Женщины согласны. И мы согласны. Женщины сами договорятся. Значит, вы согласны. Я постараюсь быстро все решить. Я отправлю ее туда. На этом все. Правильно. Я замуж не выйду. Тогда дядя с тетей решили мою судьбу. Я не могла понять их решение. Почему это я в 15 лет должна выходить замуж? Было тяжело. Я плакала, переживала. Я очень соскучилась по маме. И захотела уйти к ней. Я перерезала себе вены. Только братишка нашел меня. Дядя! Мамочка, нет. Ты зачем это сделала, доченька? Мамочка, я очень устала. Пожалуйста, заберите меня к себе. Я больше не могу. Перестань. Ты совершила большой грех, доченька.
Самоубийцам даже молитву на кладбище не читают. Я не ожидал от тебя этого. Мамочка, я очень по вам скучаю. Заберите меня к себе, пожалуйста, мамочка. Все будет хорошо. Теперь иди. Я всегда буду рядом с тобой. Уходи, доченька. Иди. Иди, доченька. Вы уже пришли в себя? Вам лучше? Лучше. Ничего не беспокоит? Я сейчас подойду. Севги, как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Хорошо. Назовите имя и фамилию. Ганиева, Севги, Бахадыровна. Год рождения. 1983. Почему вы решили перерезать себе вены? Говори. Севги, скажи, что случилось? Вас кто-то обидел? Говорите, не бойтесь. Я не хотела опозорить своих родителей. Мне очень тяжело без мамы. И я захотел уйти к ней. Говорите правду. И что было дальше? Вы вышли из больницы? Из больницы я вышла. Все за меня молились. Я тогда была молодая. Совсем молоденькая. Мне еще не исполнилось 16 лет. Меня выдали замуж. Я стала женой. Не было ни свадьбы, ни белого платья. Только прочитали никох и отправили к ним. После этого отец забрал мой дом. Его он оставил моему братишке. Поэтому, ладно, мне ничего не надо. Пусть останется братишке. Из дома матери я забрала только мамину тетрадь и две ее простыни. Как хорошо! Пришло время невестке подметать двор. Невестка должна рано вставать. Время пить чай уже пришло. Ты что, еще спишь без задних ног? Ты что, опять проспала? И не стыдно тебе? Боже, давай бери ведро. Иди быстро поставь чайник. И у свекра узнай, может, он что-нибудь хочет.
И откуда она только свалилась на мою голову? На лбу у меня, что ли, написано, чтобы мне такая непутевая невестка досталась? Ничего не знает и не умеет, только людям насмех. Глупая такая. Молчу, не понимает. Говорю, не понимает. Что за напасть такая? Ты соображаешь, что ты делаешь? У тебя голова работает. Оттуда сюда надо поливать, а не наоборот. Иди туда. Оттуда начинай поливать. Все тебе говорить надо. И аккуратно поливай, как положено. Совсем ничего не соображаешь. И на улице тоже полей, чтобы соседи увидели, что в этом доме невестка есть. О, боже мой. Хорошенько поливай. И достала же нам такая невестка. Иди чайник поставь, будем чай пить. Потом подметешь. Тебя только за смертью посылать. Мы сейчас подавимся уже, давай быстрее. Немного налей, мне хватит. Бери, Самсо, для тебя осталось. Сынок, положи, иди за свекром посмотри. Не мешкай, знай, что ему надо. Ну-ка, вернись. Платок возьми и поклони свекру, как полагается, хорошо? Хорошо. Чай подай, постель поправь. Хорошо смотри, как положено. Иду, папочка. Мама, вы ей даже поесть не дали. Ни чай выпить, ни самсу съесть, так нельзя. Надо же. Вы только посмотрите на него. Бедной твоей жене не дал самсу? Ишь ты какой, жену защищаешь. Теперь мать не нужна стала, жена важнее. Между прочим, там твой отец больной лежит. И отец теперь не нужен. Жена сладкая, с женой интересней. Это надо же. И отец, и мать теперь по боку. Жена есть, и все. Это главное. Об этом забыл. Доброе утро, папочка. Как вы отдохнули? Здравствуй, доченька. Хорошо. Спасибо. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Доченька. А где муж? Чай пьет. Я его столько звал, он так и не ответил. Дочка, слушаю. Подай мне, пожалуйста, пилушку воды. Сейчас. Вам руки помою и воду согрела. Хорошо. Спасибо, доченька. Дай Бог тебе счастья, чтобы ты всегда была здорова. Родителям твоим за тебя спасибо. Храни тебя, Бог. Thank you.
Севги? Ты где, Севги? Звали мамочка. Азама не видела? Он должен быть дома. Значит, дома. Быстрее соберись, к родственникам поедем. Как скажете. Ишим ташишларин.